Путь длиною почти 8 тысяч километров проделала в заполярную столицу выставка «Краски земли Дерсу» Хабаровского краевого музея имени Градекова. Ее открытие в Ненецком краеведческом музее состоялось накануне. Межмузейный проект побывал уже во многих городах России и добрался до самой дальней точки своего маршрута. На экспозиции побывала и наша съемочная группа. Екатерина Дементьева расскажет подробнее. В этом коробе шаман хранил, это подлинные вещи, 19 век, шаман хранил свое одеяние и свои атрибуты. Ритуальная одежда, посуда, культовая скульптура, украшения и медальоны. Большая часть этих экспонатов когда-то принадлежала реальным шаманам Приамурского края. Выставка тем и уникальна, что на ней представлены аутентичные предметы искусства и быта представителей 8 малых народов. Кухонная утварь, свадебные костюмы и обереги – все это дошло до наших дней из глубины веков. Выставка представляет декоративно-прикладное искусство коренных народов Хабаровского края. У нас их проживает 8. Мы попытались продемонстрировать все материалы, которыми владеют наши мастера, и все техники художественной их обработки. Здесь и рыбья кожа, здесь и береста, дерево, мех, ровдуга, лоза, металл, кость. Действительно, эти народы достигли высокого художественного уровня в своем искусстве, и оно достойно того, чтобы о нем знали как можно больше по всей нашей России. Поражают сделанные вручную мастерами предметы быта и элементы одежды. Не оторвать глаз и от аппликационных текстильных ковров с вышивкой по краю аппликации. Кстати, как и полагается, почти на каждом экспонате обережные символы. Увидеть все это своими глазами жители окружной столицы смогут до 1 сентября 2019 года в Ненецком краеведческом музее. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, телеканал «Север».